Система защиты лаборатории сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Всем привет, с вами Экстриан, и я продолжаю проходить народную солянку с объединенным паком 2. Это уже 14-я часть, и как можно заметить, продолжаю в лаборатории X18. И давайте начнем. Ой, тут у нас биллеры эти гадкие. Как видите, сложил я артефакты, какие-то взял. Так, эти ящики лучше ломать, иначе мы по чайнику, если получим от этих ящиков, будет немножко нехорошо мне. Так. Опа. И сноворки. И изломы. Так. У нас сейчас задание найти код к двери. Артефакт еще должен быть. Опа, изломы. Ну-ка. Потом мы с вами расправимся, когда дверь открою. Так, что тут у нас интересного есть? Аптечки, калаш. Тут должен быть монолитовский броник где-то. Опа. Заряды. Ладно, ты как здесь оказался. Ой-ой-ой. Ну чё? Как это вы так делаете? Уж за дверью. Алло. Ребятки, как вы это? Интересный момент. Берут, как-то проникают. Ладно, потом с этим моментом разберемся. Так, броника тут ничего такого нет. Ладно. Не, вот как-то они все равно проходят. Вот те на. Изломы уже коды умеет вводить. На самом деле туда лучше гранатку кинуть, я так думаю. Так, М61 будет слишком хреново. Не помогло. Ладно. Только для начала. Возьмем. Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ второго уровня. Я тоже, несомненно, рад. Чем занимается наша лаборатория? Ваш код доступа 1243. Отлично, отлично. На самом деле не видно этих бравых ребят, которые там торчат у нас. Ой. Вот понимаете, в чем проблема? Снорк мне чуть тут брейкданс не замутил, ну ладно. Проблема в том, что они как-то дверь-то открывают. А я так не могу. Тогда получается, у снорков и изломов код есть даже. Ой-ой-ой, опасно. 1, 2, 4, 3. Но коды, в принципе, не поменялись. Так, аккуратно. Чё, блин, а?
еще раз пробуем. 1, 2, 4, 3. Отлично. Система защиты лаборатории постоянно сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Ну, если потеряю эти артефакты, будет... В принципе, вообще пофигу, потому что они не такие уж и хорошие, по сути. Ты чё, охренел, что ли? Я не понимаю, блин, а? Прёт на пролом, и всё, и хоть бы хны. Так и не хны, и не гы, блин. Вообще какие-то интересные личности. Так, а теперь нужно найти код доступа от этой двери. Ой, как бы меня не прибили вот этим вот, вот этой баклажкой. О, видите, теперь уставать стал. Теперь есть смысл энергетики глотать. Давненько таким не занимался. Так, доставай ремингтон, сейчас пойдем. На псевдогиганыча. Ну что, где ты там? Ой-ой-ой, боюсь. Убили. Так, теперь можно посмотреть, что у нас здесь. Но я водочку только заберу, тут у нас что? Патроны. Так, вот здесь я не посмотрел. Тоже ничего особо такого хорошего. Ох ты ж, бля, нифига себе. Какой тут псевдогигант. Терминатор прям какой-то. Опа, РПГ. Но оно мне не надо. Так, а тут ничего нету. Потому что уже не помню, где я. Но где-то здесь именно должен был быть биорадар вроде, насколько я помню. Тут я думал, ожил, что ли, внезапно. Из могилы стал. Так. Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. Ну да, кодики вообще не поменялись с последних времен, поэтому можно по этому поводу не беспокоиться. Так, патроны. Все сюда пока что буду складировать. Этот артефакт можно повесить. Нам-то уже эта система, по сути, ничего такого плохого сделать не должна. А может и сделает, хрен его знает. Посмотрим. Но вот именно этому артефакту под названием Кровь Камня. Так, еще один где-то тут шляется. Товарищ. Ну вот видите, что творят, а? Гады. Хватит. Все, хватит. Карнавала не будет. Опа. Блин, опасная дверь, однако. Так, ну-ка. Пиво неизвестного происхождения. Где тут оно должно быть? Или не будет? А не, будет. Смотрите. Оп. Самое главное забрать это пиво. Знаете почему? Потому что оно неизвестно происхождение расы, потому что оно стоит дорого. 750 за банку. Но оно довольно-таки весит много. Хочу вам сказать. Поэтому тоже не камильфо, как говорится, с собой носить. Ай, блин, вот. Все равно вляпался. Так, аккуратно, осторожно. Доставай ты наконец-таки свою пушечку.
дружище. Оп. Так, Сергей, ты не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Все, пошла жара. Так, самогонная. Ой, ой, все. Так вот, тут у нас теперь спецназ промышляет. Забираем документы бармена, забираем. Арт-мод. И теперь давайте приготовим уже ствол покруче. Ну хотя, это два уникальных и хороших ствола на самом деле. Так, а вот как бы мне вот эту вот аномалию обойти? Наложенная, так сказать. Немножко. Так. Ищем, ищем. О, аптечки научные, отлично. Патрончики. Так, ну болтом я не сломаю. Гранатки. На самом деле мне это все не надо. Поэтому... Теперь давайте разбираться со спецназом. Ну, блин, все-таки недооценил я аномалию. Так, вот теперь надо как-то этот холодец обойти. Ну, почти, почти обошел. Так. Давай, доставай оружие. Сейчас будем разбираться со спецназом. Полтергейста убить надо. Вон, смотрите, что творят. Господи. Гады вы такие. Кстати говоря, этот полтергейст немножко правильно меня привел. Хрена их тут. Обалдеть. А правильно он нас привел, потому что тут у нас вторая часть документов. Будем заодно документики попутно собирать. Блин, вот ящиками кидаться — это не самая хорошая затея на самом деле. Так, теперь сюда идем. А бюрер знаете, где у нас находится? А вот здесь вот рядышком. Вот так вот. Вот и бюрера убили. Блин. Так, глазик твой заберем. Так, ну здесь у нас просто тайник, который не особо-то и не нужен, поэтому... Так, 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 аккуратно, осторожно. Блин, своим... Блин, я только в аномалию вляпываюсь. Блин, бюрер, ты лег очень неудобно. Так, вот тайник забираем. А тут у нас малая тротиловая шашка. Еще один документ. Титановый колобок. Сопливый дикобраз. Слезы химеры. Капсула. Для аномалии снежная. Эмбрион, полтергейст и детонатор. О-о-о, ребятки, а это уже заявка. Так.
кстати говоря, давайте повесим эти артефактики. Против телепатии и радиации. О. Неплохо, неплохо, но... Хотя можно и повесить, на самом-то деле. Не, не буду пока что вешать. Без кристальной души Бенгала вешать пока что не буду. Так, надеюсь, этот спецназ далеко не ушел. Иначе будет плохо. Так, фонарик, наверное, все-таки выключи. Так, вот теперь аккуратно. Так, минус один. Теперь надо как-то гранатку кинуть туда. Ну, кину такую слабую. Прячемся. Ой, она зацепилась все равно. И толком никто не умер. Интересно. О, я броник свой попортил, как, ё-моё. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё, брат, куда ты выскочил-то? Прячемся. Да быстрее доставайте свое оружие. Господи, он к нам бежит уже на всех парах. Ну. Так, надо фонарик выключить. Господи. А, он оружие потерял. Ой. Ой-ой-ой. А теперь страшно жить. Аккуратно. Где ты там, гад, прячешься? Так, вот он, автоматик мой. А вы, солнце, за ним-то так и не вышел. Ой, блин. Что-то нервы. Нервы. Одни сплошные нервы. Фу. Отбился. Хоть автомат бы попортился. А бронежилет добротно. Так. Надо автоматики ваши пособирать. Так. О, костюмчик твой заберем. Что тут еще? А и все, в принципе. Сюда их положу. КПК твой заберу. Фу. Так, теперь давайте искать еще один тайник. Только вот не помню, где он находится. То ли на верхних, то ли на нижних. По-моему, все-таки надо все на нижних искать. Потому что этот один товарищ, он сторожит выход из лаборатории, поэтому особо он нам вреда никакого причинить не должен. Я так надеюсь на его сознательность, поэтому давайте я вам покажу, где еще один тайник находится. Так. Так, давайте искать этот тайник. Давайте его сейчас найдем. Так. А находится он у нас вот здесь. Но тут у нас еще куча аномалий, поэтому... Аккуратнее. Вот так вот, и все. Отнести документы Акиму.
Так, 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 вот. Все. Как идти перед тем, как забрать тайник, нужно разбить ящичек. Я разбил немножко нестандартным образом, но ладно, не суть. Чем вы разобьете, самое главное забрать тайник. Ну вот и все. Все документики нашли. Точнее, все части. А теперь давайте убьем этого последнего гада. Я, конечно, не понимаю, как бандиты пропустили спецназ в лабораторию, но... Ладно. Пропустили, значит... Пропустили. Теперь аккуратненько. Вот так. Ну что ж, теперь давайте выбираться из лаборатории. База, я 034-й. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032-й. Опа. Набрасывай своих на крыше. Как понял? 032-й принял. На крыше, так на крыше. Как видите, всех бандюков перебили. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Всех бандитов убили. Так, а это что, фонарик? Это не фонарик. Опа! Бачат сталкера. Ой-ой-ой. Вот это уже опасно. Так, ну что, вам гранату туда побачите? Разговорчивые вы мои. Вот так-то. Ой. Как меня засандалило-то от этой гранаты. Опа, бегают, бегают, бегают. Так, надо прятаться. Блин, от гранаты только одного убило. Вот это, конечно, плохо. Слушай, курва, сейчас ты получишь у меня, понял, блин? Курвы он обзывается. Ой-ой-ой. Еще посмотрим, кто из нас тут курва. Так. Еще один откинулся. Так, а тут у нас кто? Бандит. И с винчестером даже. Опа. Опа, на. Ой, ну не артефакт же. А, винчестер вот так достается. Ну не, я так не играю. Так, теперь надо как-то с оставшимися разобраться. Они где-то там. Волтузится. По-любому. Может, вертолет, кстати говоря, уничтожить. Где он? Ха, интересно. А вертолета и не видать. Ну и где же эти вояки? А, вот там они, значит. Вас понял. Так. Да иди эти, блин, военные-то. Так, вот один. Так, еще один. Так, а вон еще один. Все, мародерничать пошли. Отлично. Это мне и нужно. Только давайте побыстрее. Вы там собирайтесь мыслями. А
кто. Я тоже нетерпеливый, хочу в бой ворваться, всех поубивать, но это же солянка. Я не могу такое сделать. Так, там костер. Поэтому так. Блин, боюсь выглядывать на самом деле. Мало ли выскочит какой-нибудь товарищ. Так, тут нету никого. Опа. Добегался. Еще один. Еще один где-то крысик у нас. А где именно? Опа, вот ты где. Теперь внизу бегаешь. Засранец. Ладно, я к тебе спущусь, так уж и быть. Тем более ты один остался. Пролезем. Пролезем. Так, а вот теперь интересно. Их теперь двое. Ладно, хватит прятаться. Давайте уже наконец-таки убьем их всех. Гадов-то таких. Где-то. Знаешь, что-то здесь. Что-то где-то прячется он все. О, допрятался один. Так, еще один допрятался. А теперь осталось самое такое вот интересное. Это БТР. Как с ним справляться? Каждый сам для себя знает. Так, не попал. Попал. Вот видите как. Блин, еще через прицел же надо. Иначе не попадете. Да блин, да не цепляйся ты за дерево. Ёбаное дерево все мои заряды кушает. Вот так. Не зря я всяких этих бедолаг обыскивал. Кстати, а что у них теперь? А ничего особого, заряды. ПДА. Одного вообще обыскали. О, РПК она имеется. Надо в тайничок свой будет потом как-нибудь сложить. Но у этого, по-моему, тоже ничего интересного. Абакан. ПДА. Так, абакан себе забирай. РПК. РПК тоже себе. Опа. Охренеть по периметру! Понял тебя. Так, поехал. Полетел, точнее, в сторону бандитов. Но вот видите, немножко подцепил я его. Ладно, пойду заберу свои артефакты. И, наверное... А хотя не буду пока что говорить. Если вы, конечно, очень хорошо читаете описание, то поймете, что после тайника будет. Из всех предложенных вариантов... Где этот листочек? Вот он. На электрощитовой, в моем случае. И находится он, собственно, вот на крыше этого электрощитка. И как же нам туда попасть? Сейчас придумаем. Уже есть одна мыслишка, как туда можно забраться. Поэтому отправляюсь туда. Но на самом деле этот тайник легкий, и вы поймете потом почему.
Так, забирайте все свои абаканы, чтобы они тут не валялись. Так. Первым делом нужно забраться на крышу данного здания. И дойти вот до сюда, я так полагаю. Ну, а как-то вот отсюда надо уже спрыгнуть на ту крышу. Так, это, наверное, вот так вот. И вот так вот. Далее. Запрыгнуть вот сюда, и как-то нужно туда перепрыгнуть. Я не знаю, конечно, как. Во, видите? Немножко разбега и прыжок. И вот мы оказываемся возле этого тайника. И что мы тут находим? Перчатки усовершенствованные, патроны, листок блокнота. Смотрите, сколько предполагаемых мест и кумулятивные снаряды. Да, нелегко придется искать следующий тайник коллекционера. Ну что ж, найти-то его все равно надо. И приступаю к поискам.